На вооружении 2-й специализированной пожарной части имеется мобильная установка пожаротушения, вкратце МУПР. Она предназначена для разведки и тушения пожаров в населенных пунктах и промышленных объектах. В качестве самостоятельной боевой единицы робот может использоваться для решения следующих задач. Передвижение по дистанционно заданному маршруту, сканирование объектов и обнаружение пламени, передача изображения на монитор оператора, освещение следуемой зоны. При использовании снопорно-рукавной линии робот подает в очаг пожара воду, пену, порошок. Имеется возможность изменения геометрии струи от компактной до распыленной. Дальность струи водная сплошная до 45 метров, водная распыленная и пенная до 30 метров, порошковая до 15 метров. Время непрерывной работы до 3 часов. Робот состоит из дистанционно-пожарной самоходной установки и пульта дистанционного управления, который находится у оператора. Команды оператора выполняются на расстоянии до 200 метров. Имеются проблесковые маячки для обозначения его в дыму и так далее, чтобы его все могли видеть. А также имеется в нем тепловизор для обнаружения очагов пожара.